No, моя философия тенниса, моя, как я понимаю, и Каролины, она теперь стоит 10 на ранкинге ITF, ей 14 лет. Мы постоянно хотим держать школу, атмосферу в семье, чтобы она была дома, училась и играла в теннис. Как можно это сделать? Я скажу, может, два здания по Каролине. Она работает 10 до 10 часов, 8 до 10 теннисом занимается, ходит в школу, приходит дома, кушает, занимается теннисом и физическим подготовком каждый день. Один раз в неделю и имеет свободный день, чтобы как бы была охота тренироваться на следующий день. Потом, я думаю, не нужно спешиться, нужно все делать аккуратнее, спокойнее. Это юниорский теннис, никому ничего не дает, просто он должен, он есть, он должен переходить, каждый ребенок через эту систему. Поэтому я думаю, что те, которые спешатся и хотят все быстро сделать, чтобы ребенок там что был на номер один или самый хороший в мире, я думаю, что это самая большая ошибка. Все придет, как будет сеньорский теннис. Сеньорский теннис очень тяжелая работа, нужно приготовить ребенка до этого. Поэтому школа, дом и работа на месте самый оптимальный с мое мнение, что самый оптимальный вариант. Нужно ездить тоже на консультации в академии, там на 2-3 недели, чтобы все нормально было. А как думаем о турнирах, то максимально 3 турнира подряд, потому что ребенки в жизни не выдержат это стресс и это физическое нагружение. И самое важное в теннисе, как я понимаю, это голова и ноги. Поэтому нужно это делать все аккуратнее, чтобы и школа вместе с теннисом была как бы рядом. Да? А по физической подготовке нужно все делать, как ей уже 8 лет, а не как будет 15 лет. Нужно начинать 8 лет помаленьку все делать, 8-7 лет гимнастику делать, там плавание, а потом уж конкретнее ближе специфичные тренировки по теннису. Ну вот нам уже интервью не надо, так и становится чемпион. Не, ну физика самый важный момент в этом. Всегда нужно это делать. Да, равновага, а еще паднешь кем-то. It's gonna be cramped here. Oh, big.